Личное право. Следующая ситуация очень сложная, потому что без жилья, да, без крыши над головой тоже очень сложно жить. К сожалению, наша экономическая ситуация сейчас такова, что люди, надеясь улучшить свои жилищные условия, массово пошли в кредитные организации. Меняются обстоятельства жизненные, выплатить кредит не получается, и буквально массовые случаи, когда люди теряют свое жилье, которое заложили в банк, и суд вынужден принять решение, что, ну, раз ты занял деньги, надо же вернуть. Таких обращений ни одно и ни два. Практика такая есть. В законе предусмотрено право предоставления данным гражданам жилья специализированного фонда. Но, безусловно, это трагедия большая. Люди теряют веру в себя. И, конечно же, в каждой семье есть дети. И, конечно же, люди приходят и говорят, что права детей нарушены. Но законодатель говорит, родители отвечают за положение семьи. Как бы принимайте решение взвешенно, вам право дано, но и чужие права тоже не нарушайте. Серьезная проблема. Опять же, есть проблема, когда бабушки выселяют бывших членов семьи в случае, когда кто-то из супругов, ну, развод произошел, а жилье было родительское, вот, первого старшего поколения. Тоже нередки случаи, когда на основании заявления искового бабушки или дедушки внуки выселяются из жилого помещения.